Вначале было страшно взлетать. Ну, когда вот ветер подул, и парашют начал надуваться. Первые секунды, да? Когда оторвалось от земли. Да, вот это вообще было страшно. Да, это было как бы интересно, да. У меня не было страшно, я как бы, в общем, спокойно к этому отнесся. То есть я же понимал, что у меня парашют. Если бы у меня не было там вот этого купола, да я бы напрягся. Да, так. Все равно страшно. В целом это было очень круто, да. Вы, ребята, молодцы. Вы просто вот новое что-то. Это новый прекрасный опыт. Что, я не знаю. Все остальное сейчас уже не так интересно. Да. Теперь у меня вся жизнь на смарку. Мне сейчас остается только летать, потому что все остальное скучно.